38-летняя певица Анастасия Стоцкая объявила о разводе со своим мужем, ресторатором Сергеем Абгаряном. По словам исполнительницы, уже 2 года они не живут вместе. Ведущая Юлия Барановская поинтересовалась, как они с Абгаряном пережили самоизоляцию. В ответ Стоцкая неожиданно призналась, что их с мужчиной больше ничего не связывает. «Наверное, нет смысла сейчас скрывать. Мы с мужем уже 2,5 года не живем вместе», – рассказала Анастасия. Стоцкая отметила, что очень тяжело пережила разрыв, поэтому и предпочитала не распространяться об этом в беседе с журналистами. О случившемся знали только самые близкие пары, и лишь сейчас Анастасия решилась объявить о разводе во всеуслышание. Напомним, что Стоцкая и Абгарян сочетались узами брака в 2010 году, демонстрируя идиллию на публике. Они воспитывают 2 детей. К сожалению, даже они не помогли сохранить брак. Впрочем, паре удалось сохранить хорошие отношения. «Мы с мужем остались хорошими друзьями. Он каждый день видится с детьми, сына возит на шахматы. Он из армянской семьи, где дети и семейные ценности всегда стоят на первом месте», – добавила Стоцкая. Певица не стала рассказывать о том, что происходит в ее личной жизни сейчас. Анастасия признается, что почти все свободное время уделяет детям и работе. Что же касается мужчины, то его наличие, по словам певицы, не является для нее самоцелью.